Добрый вечер, это программа «Топ-кадр». С вами Ингрид. Мы находимся в городе Грозный, в спортивном комплексе «Колизей», где сегодня занимаются молодые ребята, особенно Абузаид Исмурадов. Мне очень приятно, что сегодня здесь присутствует Ислам Барзанкаев, директор «Колизея». Мы приехали специально из Москвы, чтобы снять это замечательное место, где проходят культовые события этого года. Такая грозная битва, которая недавно прошла, просто поразила всю Россию. Сейчас мы будем брать интервью самых известных спортсменов и все молодые, элита Грозного здесь. Спасибо большое Рамзану Ахматовичу Кадырову, который разрешил построить это место. И мы надеемся его здесь увидеть. И дай бог процветания этому замечательному месту Колизей. Спасибо. Мы находимся в замечательном месте, спортивный комплекс «Колизей», где каждый день тренируются профессиональные спортсмены. Рядом со мной один из таких спортсменов – талант, звезда, Черси Дудаев. Здравствуйте. Здравствуйте. Черси, скажите, почему вы именно выбрали ММА? Дело в том, что я в детстве любил уличные бои. И вот поэтому мне более близок был этот спорт. И вот решил себя показать именно в этом виде спорта. Так как ММА развивается за короткое время очень хорошо развивается на ММА. Вот и стараемся продвигаться потихоньку. Ну, я знаю, что вот недавно прошла такая грозная битва, да, здесь, в Колизее. Поделитесь впечатлениями, вот вы же там участвовали, так понимаешь? Да, да, действительно. Турнир был очень грандиозным. Ну и хорошие бойцы были, уровень был очень хороший. Кто вам запомнился, кто из самых таких ярких бойцов для вас будет примером в будущем, кто вас поразил? Абдул-Карим Идилов, Вади Атар, Магомед Бибулатов, Хусейн Галиев. Ну, в принципе, все бои были зрелищными, красивыми. Почти все бои запомнились, если честно. Я вот смотрю, вот такой вот мокрый, да, уже достаточно. Сколько часов вы уже тренируетесь? Вот так сколько усилий, трудов каждый день? Ну, каждый день мы около где-то... Ну, максимум, можно сказать, 3 часа, вот где-то вот так тренируемся. Каждый день? Да, да. А если праздник или какой-то пятничный там? Ну, пятничный у нас только одна тренировка тоже бывает. Ну, надо ходить там на молитву, пятничную на молитву. Ну, есть и воскресенье, там парилка у нас, выходной, все такое. И такой вопрос, как вы считаете, вот глава государства, я знаю, тоже любит спорт, Рамзан Ахматович, вот как он для вас вот является каким-то стимулом, когда вы занимаетесь? Ну, наш весь стимул, если честно, он всячески, все, как бы сказать, благодаря ему все, вот так как у нас есть вот такая мощная поддержка, и мы вот поэтому продвигаемся, если честно. Спасибо большое, спасибо. Это был Черси Дудаев, спортсмен. Hello everybody, we are in Coliseum. With me is the main trainer of his team, Camille Bichon, main trainer of Coliseum. Please tell me, how's Chechnya for you? Do you like Grozny? Yeah, I like so much Grozny. I live in Paris and I walking every time with the French, the Chechen guy. And when the Chechen people are with me in Grozny, for me it's big pleasure because for me it's a big honor for working in Grozny. You came here only for one time to prepare people for this big fight? No, it's the second time I'm come here, and maybe if all is good, maybe I'll live here every time for a long time. Is here, you know, very main religion is Islam. Yeah. Are you Catholic or? No, I'm Muslim. Ah, you Muslim? Yeah. Okay. So, how's the main leader of this republic for you? What's your opinion? My opinion? For what? Ramzan Ahmatovich Kadyrov. Oh, for me and I think a lot of people, it's good example for the Muslim, for the good president. I live in France, and I know a lot of people like Kadyrov or Putin because it's very good example for president. Not like to French president. What about level of a sportsman here? What do you think? Are we ready to fight? Yeah, you have all level. You have
beginning and professional. And I think Chechnya began the big nation of the sport. Can we, what were plans for future? Can we participate in international fights or what's your biggest Of course. I think all it's possible. Now the Chechnya open in the world. I'm good example. I'm French and I working in Grozny. And I think for the future, you have a lot of big fighter, good coach, give the good class for the Chechnya. Okay, so my private question, how you, you was born in, your religion was Islam, or you already when you was adult? No, I'm born. Baptist in? Yeah. My father is the Asian origins, and my mother is Germania. Do you visit a main mosque here? Yeah, I'm walking before in Moscow too. I like the Russian country. Sorry, my question was, did you visit the main mosque? Yeah. Church of here, oh, yeah. Islamic church. Yeah. Tell me about this, do you like it, how is it? Yeah, I like so much. Okay, thank you very much. Thank you, you're welcome. And it was Top Kadr, goodbye.